И всем привет, дорогие друзья, с вами Горыныч. Ну вот, в общем, этот влог как бы не входил в мои планы. Я просто решил заснять. Я вот сейчас проводил веселого рыжика. Ну, там он домой сейчас зашел. Вот, я проводил, ну, мне как бы нечего делать. Я вот решил влог заснять. Как вот я иду домой. Сразу говорю, что влог будет недолгим, потому что у меня садится телефон. И, в общем, ну, короче, влог будет недолгим, я, как я уже сказал. Ну, вот, в общем, я иду по такой вот, ну, светлой дороге. Там сейчас скоро темнота, блин, начнется. Тут меня напрягает несколько. Вот. Короче, там собаки. Ну вот, я не знаю, слышали вы сейчас или нет. Ну, по-любому вы это сейчас услышите, вот мы будем идти. Собак очень много вот тут на станции. Ну, в Кашире. Очень много собак. И они вот как веселый рыжика недавно покусал. Ну как недавно, может, месяца 4 назад. Полгода, может. Ну, его покусал алабай, но. В общем, ну он как, я вам сейчас расскажу историю. Он был с другом. Не буду говорить его имени. Вот. Короче, они гуляли. Просто гуляли. И тут вот откуда ни возьмись, из-за угла показывается собака породы алабай. Вот. Короче, его друг. Так просто, ну, я не знаю, случайно он или нет, он пнул камень. Видимо, собака подумала, что это ей был жест, ну, то, что это на нее. Ну, она там, у нее история, в общем, у этой собаки она много кого покусал до этого. Вот, короче, он пнул камень, она побежала на них. Там была неподалеку трансформаторная будка. Вот, и вот как раз его друг успел запрыгнуть на эту будку. Ну, как там, такой выступ, как бы. Вот, он успел запрыгнуть на эту будку. А Егорка, он побежал и не успел, в общем. Он даже сам не понял, она его схватила за штанину и стащил. Ну, вы представляете, алабай, он какой здоровый. Он, наверное, если встанет на задние лапы, будет выше меня. Ну, смотря сколько ему лет. Вот. И, короче, он начал пытаться укусить, ну, Егорку, в общем. Вот. И Егорка начал кричать и лупить ему по носу. Этот друг, этот, стоял, смотрел. Ну, как он, вот с его слов, потом Егорка подошел, он спросил, когда собака уже убежала, почему ты мне не помог? А он говорит, я ходил, камень искал. Ну, или палку, что-нибудь такое, но не нашел, чтобы вот тебе помочь как раз. Я не знаю, правда это или нет, вот решайте сами по этой истории. Вот, и собака как раз, она, Егорка валяется на траве, собака напрыгнула, пытается укусить Егорка и начал лупить с ног. И вот он ей как-то попал по носу, и она убежала. Ну, в общем, как-то он отбился. И самое главное то, что она его реально не за штанину, она его укусила, а он этого не почувствовал. Видимо, у него шок был. Он этого всего не почувствовал. Вот. Ну и, короче, потом он ехал в больницу, и его там, ну, укол делал. Ну, собака, в общем, у нее печальная история, ее в итоге успели. Ну, я не знаю, бешенство у нее или нет, но это не первый случай, когда она кого-то кусает. Ну вот, я иду, ну, домой, вот по такой достаточно осветленной улице. Вон там человек с собакой идет. Ну да. Вот, в общем, иду. И, ну, как, гуляю, в общем. Ну, не гуляю, Егорку проводил, домой иду. Вот. Короче, я вам еще раз напомню. Пожалуйста, кто знает, я хочу сильно записывать
игры, но я не знаю, как это сделать. Вот. Я не знаю, как это сделать. Какую программу надо скачать? Кто знает, напишите в комментариях. Ну ладно. Всем пока, ребят. Удачи, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, что-то я тупанул. Держите пальцы вот так, ну вы поняли. Ладно, всем пока, всем удачи. С вами был Горин.